Всем привет! Продолжение натуральных десертов. Мы как-то делали пирожки с бананом и решили попробовать запечь просто банан. Поэтому вот такая интересная новинка. Когда-то я это открыла для себя в Баден-Баден, когда ездили на термальные источники, и там был такой крутой десерт у них — бананы в кляре. Так что для кого-то может быть знакомо, а для кого-то новинка при новинка. Очень такая интересная начинка для пирожков, может быть, и также как десерт. Будем пробовать. Благодарю за просмотр. Новых открытий всем. Пока-пока.